получается. Ну а что плохого? Надо же... То есть, ну, запах. Я мясо не сам нарезал, а то ты готовишь. Ты мясо не ешь. Ну что, тебе дурить? На дорожку. Миша, я хочу. На дорожку. Что ты делаешь? Давайте, наливайте. Я могу и так, и так. Ешь быстрее. О, огненная вода. А это что идет? Сталинские времена, да? Что? Мне не надо. Уже наелся. Такой вот, не надо. Салатику. Два вермишельки дам. А если что? Вон, видишь, скандалы. Какой-то, ну, там фильм. А, это просто... Вермишель? Ну, так иди уже гуляй. Тоже гуляй. Катя, Катя. Не-не, я не хочу. Я приеду тогда со Светой. Света, или ты хочешь? Можно выпить. Катя, ты смотри, по возможности. Мне лично будет без разницы. Если бы ты уже наливал, а ты что, так я не жаришь? А ты сама, вот мама сама. Я же научилась, я не жарю. Давайте, вот вел тебя тесть. И умно говорил, ты самая красивая. Ну, товарищи, первый раз за этим столом. Ну, снимайте стяг. За все, я кажусь, хорошее. То, что, ну, здесь происходило, чтобы еще лучше после этого было. Чтобы никогда плохого не было. Ну да. И не хочется так что-то выразиться дуже, дуже добро. Ну не хватает так связки слов. Понимаю, всем большое тут спасибо, с кем мы бачились. И, как кажется, простите тут, что может быть не так. Все добро. Не, все хорошо. Как сказать. Я, кажется, даже не сгорело. Главное, что тут сватья и... Как еще вот, ну, сватью вторую сюда, вот сыны. Да. Бабу зовут, она тут сама сидит, ага. У центра стола. Ну, емко, конечно. И давайте выпьем, и чтобы всегда тут... Ну, чтобы не было на последний раз. В этой даче. Теперь я вам выскажу. Виктор Иванович, большое вам спасибо, что мой сын много лет жил у вас. Вы никогда не обижали, никогда помогали. Хай вам Бог дает здоровья, много лет жизни, как вы жили и еще часто приезжали. Спасибо. А, вот, вы не обижали, были как родный батька. Как батька. Вот, вот. Лучше сама даже сама, чем ты бываешь. Ну, у жизни, как кажется... Чего было? Еще бывает. Ну, стараемся, как что можем, как делать лучше. Ну все, будьте живы, здоровы, спасибо. Ну и я пару слов скажу. Но я, прямо говоря, приятно поражен вообще-то. Не ожидал. Но я знал же Генку, Витьку. Вот. Я, прямо говоря, приятно поражен. То изменения, конечно, резкие в положительную сторону. Согласитесь. Да, я там чувствую. Очень так. И вообще ее вот жена, Витькина. Приятная женщина. Да. И Генкина. И вот такое, смотрю, вот, в смысле, семья такая, две семьи хорошие, дружные. Поражен, конечно, приятно. Намного не думал никогда, что вот. Может, это не совсем приятно, вот вам такое, что я не думал никогда, но поражен. А ты мы такие были? Да. Просто не знаю даже, как его сказать. Ну, согласись. Ну, я сам и поражен, что так вот все было. И очень приятно здесь находиться, не знаю. Даже и уезжать не хочется между нами. Хотя надо. Хотя надо. Вот благодаря сама... Саша, мне кажется... Послушай, ну, давай. Я поступал вместе с тобой. Это... Ты меня что, и потянул. То, что поступали, то все. Вот ты вообще... немножко сама дернул, и все дальше уже пошел само. Не надо преувеличивать заслуги чьи-то. Нет, Саш, я же... И тут большое... Я всем говорил, и матери, и женки везде. И Кати. Вот может он... Самое больше вы вам... А вот это хорошо, что жен хвалят, это хорошо. Не каждый сейчас, к сожалению. А что нам заботы, мы уходим? Да, мы шули варить и варить. Не каждый хвалит. Похвалили жен, это преимущество у вас, уважение большое. Значит, все нормально. А все сейчас... Конечно, в жизни всякое бывает. Саша, вот все сейчас, я думаю, твоя жена будет здесь сидеть. Таня с нами. Ну, я тоже надеюсь. Постараться. Здесь или у нас? Или у вас. Или у меня. Ну вот без разницы. Ну вот в компании, чтобы было.
было там пронзить. Березино от Минска ближе, чем до Осиповича. Не бывает, что ну, где-то здесь, вот в своем... Ехать, наверное, в Осиповича сложнее, чем в Березино. Вернее, в Осиповича, чем в Минск. Там же, ну... Там же, по-моему, проще. Близко. Ну да, да, давайте выпьем за то, чтобы эта традиция продолжилась. Да. Добрый, у нас продолжилась, чтобы да. Традиция... Моя мать вот всегда к нам добро относилась, и батьке тем более, дай Бог. Ну, будьте здоровы. Давайте. О. Так были у тебя, да, здоровые, крепкие, веселые. Больше на голову один, на фермера. Ложки есть у вас? Ну на русском бы хай она хоть и плохая песня, хоть язык понятно, о чем поет, там что там, солнце. Ну надо же на всяким попеть, я тебе думаю. Ну ясно. У нас уже скоро тут не рубли будут, зайчики, а будешь за доллары молоко ходить скоро куплять, доведуть. И вот это... Ну мне же уже обещаю, что с Россией. А это, а пока кресло. Никакой рублевой зоны не будет. Он перед выборами специально, что ж он заездил, поехал, это Черномырдина уже молил, упросил на коленях, чтобы уже только хоть подпиши, а люди ж подписал, люди думают, о, Кепич уже крутится, молодец, а на самом деле ни хера толку не будет. Да, сюда не было, но и не будет. Будет, говорю, рудная была. Там у России половина заводов стоят, у самих грошей нема. Где кому что так, робить. Так, ну дальше, кто тут те... Кедича поставил любого, поставил все одинаковые. А что не одинаковые, но надо кого-то ставить, чтобы уже что-то делать, ничего, выводить. Так, ничего они не выводят. Ну Кедич побыл 2 года, ну что с его толку? Шушкевич побыл, ну что он побыл? Еще лезут, ну ты ж был. Что ты не выводил с кризиса? Что ты, уже ж ты показался, что ты лезешь? Хай уже там другие какие-то жук, люди, вот не знаю, там. Обманул бы, тут не знал, а это ж были. Ну тогда за кого будем голосовать? Они не зря лезут, они знают, что их дадут президент, он король будет. Приготавливайте. Не. Пускай стоит, не пей. Так а света что нет? Света. Ну нахуй остановили, не палки. Можно пить. Ну давайте, да, вот на вот псашок. Такая хорошая закуска. Спасибо, что приехали. Вот, добро тебя вели. Я вот давно не пьянею. Кто не буян, ну кто никого. Никто плохого слова не сказал. Ни мой адрес, ни вот адрес. Спасибо нам, ну спасибо. Спасибо хозяйке большое, не трудно. Спасибо Гену. Так, спасибо зятю, да. Что тут у нас создалась такая компания. Основное вот хозяева. Дочки мои. Дети. Свати. Фермеры, да? Большое спасибо. Я ж такого ставлю. За то, что у нас еще организовалось взаимно, что мы, оказывается, уважаем один одного. Ну, и... Как кажется, чтобы никогда не было никаких неприятностей после нашей встречи. И чтобы в этой даче всегда было, всегда цветы цвели, всегда все росло, и дети живы, здоровы, и хозяева. Ну все, давай. Чтобы все добро. Как хозяин. Ну, конечно, неприятно. Уже не могу. Сейчас ничего не будет. А что может быть? У короля уже. Ну кто-то вот в тюрьму может самого сядет. Да бог с ним сам, будем ждать. Хозяин, я против. Носить передачу. За клубнику. Ты каждый за столе снимаешься. Будьте здоровы. Ну, а что много плёнки делать? Я не знаю. Что-то я выпил. Стой. Сок выпил. Давай вам, чтобы вы жили хорошо, уважали один одного и любили. Дочки мои и сыны. Вот. Да, вот как было всегда. Особенно лица, я трохи псих. А я что, думаешь, лучше у отец спроси, я псих. Колбаска на солнце вот была. Очень важно, чтобы в семье было. Да, я. Будем. Если в семье плохо, то ты не бегай, нет радости. Нет, я пьяная. Я не завет. Денис, бери макарон, колбаску бери. Положи, выгони его. Кай посидеть, кай посидеть. Ну, я на кухне. Выгоните ее уже. Не надо выгонять. Ну, еще хлебом кидай тоже. Камера снимает.
Ну, ты не надо, нехай собачка. Хочешь, КГБ, ну, Катя не могла ничем больше. Она хочет, чтобы вышла, не чапайте ее. Не надо, Катя. Уганите ее. Мама, ну, нам не надо. Ну, ее. Ну, не надо. Что тебе Катя хочет, вот чтобы ушли? Ты не веришь. Зови его. Это вовсе не напрасно. Теперь ты. На улицу выходите.